Относительно взаимоотношений Путина и Обамы, что тут говорить, это яркие представители своих наций, своих государств. И в тот самый момент, когда они решили стать политиками, я думаю, они для себя приняли решение уже поставить крест на каких-то человеческих личных отношениях, межполитических. То есть в любом случае это как занятие бизнесом. Если хочешь заняться бизнесом с другом, то ты друга, скорее всего, потеряешь. Так же, как в бизнесе нет друзей, так же и в политике тоже нет друзей. Есть союзники, есть хорошие добрососедские отношения, но дружбы, я думаю, там не было и вряд ли будет.